Сейчас будем снимать стойку. Держи сами. Отсюда-то покажи. Тут вот два болта, да, выкрутили, все, все, стойка уже болтается вся. Только вот датчик АБС надо будет аккуратненько отцепить сейчас. Так, как он там сидит, сейчас посмотрю. А, вот там просто на пистонах сидит, с той стороны надо вытащить его просто и все. Все, он на пистонах просто сидит. Все, стойка может снимать уже. Первый есть. Второй есть, третий есть, четвертый есть. Самый главный болт посередине. Ну, сейчас его стойку достанет. Вот так вот, он все выглядит. С этой стороны покажи. Вот, все. Так вот легко снимается стойка. Вместе с пружиной. Да, сейчас стойку вниз придется опускать. Смотри, блин. Все, вот она стойка. Все. Стойка готова. Тут только пружина остается. Пыльник, отбойник. Все, остальное рампа, все полностью со стойкой в сборе идет. В смысле, что не отдельно, а стойка внутри этой стойки меняется. Амортизатор. А в сборе идет. Ну, по крайней мере, то, что мы взяли сейчас. Где они у нас? Пойдем покажу. Вот так вот упаковано, все аккуратненько, все как полагается. Должно. Газомасленые. Ну, все, вот все. Короче, все, тут пружина только и прикручу опорный подшипник и все. Остальное все здесь, все сбоку. Со стойки вместе идет. Ну все, сейчас. Будем снимать. Все, видеозапись пошла. Все, сейчас будем. Короче, вон батя съемник подарил. Ой, да. Купил. Машины, короче, всю машину делаем, цена вот этой съемники. Она дорогая такая, блядь, самую машинскую выбрал, купили, все. Сейчас будем тестить на трех этих зубьях. Ну, то есть получается, сейчас вот так вот шаровые рулевые наконечники снимать будем. Когда вот так вот тремя получается. А потом также их можно разворачивать, ну, типа как подшипник изнутри доставать. Также можно будет. Ну, что угодно, короче. Сейчас будем рулевой наконечник снимать, проверять. Тестить будем, тестить. Вот так вот. Батюшка. Сначала надо по размеру подогнать, а потом там уже просто прижмем и все. Вот. Самое главное, тут пыльник не наджабить, когда снимаем. Но это не в нашем случае, потому что мы их менять будем сейчас. Что стоит? Так, на сколько там? 19. Да? Нет. 19, ну раз.
Вот и все. Даже. Я конечно. Даже бить не пришлось. Рулевой наконечник абсолютно живой. Живой? Абсолютно. Его можно не менять, еще столько же проехать. Класса, какие слышали датчики. Менять так менять, что? Без проблем. Я говорю, как проверка, когда мы в танке, наконец, я хорошо шел. Ну, ты, ну, торопишь, наверное, вышел. Ну, с той стороны посмотрим. Короче, все пошло, ведь. Пошло запись. Короче, смотри. Шаровая. Намаза CX-7. Опять, как говорится, жесть на СТО. Просто вставляется в пазы. И фиксатором фиксируется в пазы. Ну, стопором, кольцом. Застопорил все. И сюда уже получается к этому. Ступится к этому рычагу. Одевается и все. А тут сверхумные люди этот стопор поставить не могли. То ли проебали, то ли что, короче. Взяли шаровый, снизу приварили вокруг полностью. Видно? Да. Шаровый полностью снизу приварили. Новую шаровую поставили и приварили. Вся жидкость, которая там была, смазка, выкипела сразу же. И стоило ожидать, что он недолго проехал. Сейчас вот. Вот таком состоянии сейчас. Иди сболтается. Пока он вверх вниз, он скочит туда-сюда. Но. Сейчас будем отваривать, уже делать по уму. То есть на стопор посадить и все, ничего вот, варить вот не надо. Варили, да. Ну да, нету стопора вон сверху. Но стопора нету. Вот здесь вот, вот этот стопор должен застопорить его и все. Ничего не надо, стопора нету, снизу приварили. Вот так вот должен стопор стоять на шаровой Mazda CX-7. Видно? Да-да-да, видно. Ну все. Вот линки это. Живые, рулевой наконечник живой. На диагностику поехали, меня не было. Сказали всего менять. Не удивлюсь, сейчас еще стойка рабочая будет. Стойки, линки, рулевые наконечники, шаровые. Все под замену. Все да. Куплено, все уже меняем. Шаровые наконечники в охуительном состоянии. Ну, в смысле, очень в хорошем состоянии. Еще он ездит, ездит будет. Линка тоже новая стоит. Меняли недавно. Но. Меня не было. Они наговорили, поскольку думали, что мы у них будем ремонтироваться. Вот так вот. А шумило то, что так и знали, что будет это, блин, шаровый. Шаровый надо менять. Заехали на диагностику, подтверди, что шаровую надо менять. Меня не было. Вот этого всего приписали. И вот такой вот еще мастера, блин. Сварочники. Все заварили, блин, по кругу все заварили. Угу. Делается все просто. Этот запрессовывает сюда. Запрессовать его надо вверху. Стопор поставить и все, больше ничего не надо. Собрать обратно. Вот такие вот жесть на СТО. Да. Пошла запись. Ну вот шаровую новую поставили. Стопором зафиксировали и все. Где старый такой выпросил? Не полунул что ли? Нет. Ну ему точно хана пришел, этот пыльник сейчас сниму, чтобы наглядно показать. Вот. Видно там? Да, видно, как шевелится туда-сюда. Ну, короче, ему пизда пришла. Тот только, видишь, вон вокруг прихватками прихватили его. Это вот специально посадочное место для стопора вот этого вот. Может, стопор тельники? Нет, нет. Стоп, ну, комплект кого-то. Стопором полностью в сборе. Из-за того, что сейчас они приварили, тут стачивали, что-то они, короче, рычаг не повредили. Сейчас не знаю, буду думать, что делать. Сейчас, короче, вот, поставили новый сейчас, хуй загнешь, блядь, вот, ну, короче, новое, оно новое, конечно, это под замену, какие-то вот, я не знаю, то ли мастера такие, то ли перекупит, лишь бы продать, на прихватку приварили вот это вот так вот вокруг, а вот этот стопор не поставили нифига. А когда его приварили, там жидкость выкипела и все.
У него срок годности же столько и сколько он стоит. 500-600 рублей, 500-600 километров. Все. Сейчас будем рулевой наконечник менять и линку. Все. Линка на Mazda CX-7 получается. Его выкручивать. Он прокручиваться начинает. И на самом болтике получается под шестигранник место есть. Можно держать его и уже ключом уже затягивать. И все. Где у нас второй-то новый? И все, там дома. Можно также выкручивать. Короче, вот на новый покажу. Да, белая слишком. Там, туда ведешь слишком белый. Да, ну, видите? Нет, все равно не видно. Вот шестигранник, он, короче. Ловите его, кручивай, чтобы там не прокручивался. Угу. Вот, ключом. Обычным ключом. Да. Ни головкой, ничего, головкой тут не засунешь вместе с этим шестигранником. Угу. Вот так вот, короче. Пока, Сашка. Пока-пока. Пока-пока. Все, дома. И также вторую сторону тоже. Да, на обоих. Что туда, что обратно. Все, снимаю шару, стопор сняли. Сейчас шару буду выдавливать съемником. Ну, идет как по маслу, блядь. Съемник вон какой трехзначный, такой хороший. Да. Мощный для всего. Мощный для всего подарили, блин. Подарочек хороший. Ну как? Пошло уже. Лазит. Выпало. Вот так вот. Даже стучать даже не надо. Съемничек опупенный. Вообще. Очень хороший съемник. Кстати, да, вот смотри. Короче, мы стопор сейчас этой стороны сняли. Вот. Ни к чему не приварено, ничего такого. Тут как должное. С той стороны какой-то нехороший человек приварил его туда. Да. Мы уже это снимали. Сейчас поставим новый наконечник, снимем. Линку. Нет. Кстати, да, вот тут этот получается, где сам шаровый садится. Ну, вось вступится, где садится. Он болт отсюда вроде выкрутили, а просто так не вылез. Вот типа этого бородка, да? Да. Бороток или как-то ему правильно-то. Поставили распорку и все, спокойно достал, спокойно выставил. Ну, все просто, короче, достается. А так не вытащится просто. Распорку специально вот отсюда поставили. Вот в этот промежуток. Все. И шаровый можно сейчас это спокойно ставить и брать. Смотри, прекрасно входит. Ваш входит. Даже в плюнуть ничего не надо. Так входит, выходит. Да, хватит играть.